будет известно тогда, когда вот реакция свободная от этого вируса, которая бы дожила до своего логического финала. Да? Работодатели должны позаботиться о безопасности своих работников. Нет, я сейчас брать это не скажу. Это есть материал. Мы планируем привить сразу несколько возрастов организованных детей против ветряной оспы уже в этом году в городе Екатеринбурге. Через несколько лет, 1, 2, 3 года, мы с вами будем констатировать снижение заболеваемости сначала в десятки, сначала в разы, потом в десятки, а затем в сотни раз.